Ремонт коллектора продолжается, а с ним и протест бендерских маршрутчиков. Они по-прежнему недовольны новым местом конечной остановки. Казалось бы, вопрос 200 метров. Раньше маршрутки останавливались по улице Лазо у рынка, сейчас на площади Освобождения. Оказалось, все куда сложнее. По словам водителей, сейчас резко упал пассажиропоток. Говорят, люди пересели на троллейбусы. Работая по 14-16 часов в день, мы собираем 450-500 рублей. Общая, как говорится, сумма, грязная наша выручка. Это нам хватает всего лишь заплатить на налог и на топливо. Заработной платы, к сожалению, и на ремонт транспортного средства у нас денег практически нету вообще. Изменить ситуацию можно, говорят перевозчики, если, к примеру, сделать конечную остановку в другом месте, по той же улице Лазо или в районе платной парковки по улице Советской. Об этом и рассказали главе города. Но это не так просто будет сделать, потому что в дальнейшем также планируется работа на коллекторе по улице Лазо на участке от улицы Советской до улицы Суворова. Бендерский мэр заверил, ситуацию еще раз изучат. Решение обязательно примут с учетом интересов горожан. Напомним, конечная остановка маршруток переехала на площадь временно, пока не будет завершен ремонт коллектора по улице Лазо. Специалистам предстоит заменить 160 метров трубы. Восстановить дорожное покрытие, по словам специалистов, удастся только к лету.